Профессиональный праздник отметили в минувшие выходные работники угледобывающей промышленности. Как отмечает День шахтера, единственный производитель угля в Новосибирской области, группа «Сибантрацит», расскажет Екатерина Новгородцева. В актовом зале шахтеры, обогатители, машинисты, энергетики, сотрудники лабораторий. Все они отмечают профессиональный праздник. «Сибантрацит» – мировой лидер по производству и экспорту высококачественного антрацита, крупнейший российский производитель металлургических углей. За первое полугодие 2021-го объем добычи группы «Сибантрацит» увеличился на 22% и превысил 10 миллионов тонн. «Сибантрацит» расширяет инвестиционную программу и наращивает собственную производственную базу, покупает новое горно-транспортное оборудование. Значительные средства тратит «Сибантрацит» на социальные и благотворительные проекты, поддерживает хоккей, образовательные программы региона, культуру, помогает детям и ветеранам. В этом году компания продолжает работу по улучшению бытовых условий сотрудников. Строит общежитие, досуговый комплекс с библиотекой и залом для вахтовых рабочих. Я вас всей души поздравляю с наступающим праздником, Днем шахтера. Конечно же, здоровья, добра, терпения, исполнения намеченного. Ну и достойного вознаграждения за тот вклад, который вы делаете в развитие предприятия, в развитие района, в развитие области и России в целом. Спасибо вам огромное за труд. С наступающим праздником. Передовиков производства сегодня отмечают особо. 47 человек получили почетные грамоты и благодарственные письма от областных властей, а также нагрудные знаки за особый вклад от группы «Сибантрацит». Эта корпоративная награда учреждена впервые в истории группы. На территории фабрики открыли первую доску почета. На ней 12 лучших сотрудников, представителей всех угледобывающих предприятий группы. Многие работают не один год. Не знаю, в душе фонтан. Цветы. Радостно, приятно. Но вообще, по идее, сибирский антрацит – это то, что у меня и дедушка с бабушкой работали здесь, и мама с папой работали здесь, и свекр, и муж здесь. В общем, и зять здесь у меня работает. Мы все здесь. Праздничные мероприятия продолжились и на следующий день на каждом из предприятий «Сибантрацита». Угольщиков поздравили руководители компании, руководство Искитимского района и Московского городского округа в Кемеровской области. Еще более полусотни шахтеров получили награды и заслуженное признание. Екатерина Новгородцева, Иван Чижиков, Новости ОТС.